Всем привет, на канале Спутниковое ТВ. Вот такой вот черный экран мы видим у нас на подключенном ресивере. Подключенный ресивер Strong 7620, это операторский ресивер, будь то Viasat, будь то Extra TV, он один универсальный, UTB. На данный момент вот здесь зашит оператор Extra TV, и как мы видим, к примеру, четвертый канал Украина 24 работает без проблем. Ресивер оплачен. Я вам скажу, оплачен еще, по-моему, где-то на месяц, наверное. Но суть не в этом. Смотрите, вот кодированные каналы. На кодированных каналах есть EPG, как мы можем видеть. Но нет никакой надписи. Ни по сигналу, ни по кодировке. Абсолютно никаких надписей. О чем видео? Такая же ситуация была где-то в феврале или в марте месяце с Viasat. Точно такая же, то есть нет надписей никаких абсолютно, ресивер бесплатные каналы показывает, а вот кодированные, несмотря на то, что они проплачены, не показывают. Точно такая же история сейчас, это причем не только на одном и том же ресивере, это разные ресиверы у разных людей, у разных абонентов, разные тарелки. Вот на Extra TV сейчас у меня уже 3 случая таких, это один из этих ресиверов, который вот так вот получается ведет себя. Причем видим, да, Украина 24, он вообще как бы работает на этом же спутнике, и соответственно базовый транспондер на этом спутнике, все нормально. То есть естественно, что вот эта помощь, все это как бы по телефону, вот эти операторы ничем помочь не могут. Ресивер нужно отправлять в сервис. Сейчас в связи с пандемией, с коронавирусом, с вот этими всеми карантином, с сервисом там тоже проблемы. В общем-то, после обновления ПО на экстрабоксах, вот оно было там, в начале августа, по-моему, вот такая картина как минимум у 3 моих абонентов проявилась. То есть один из ресиверов сейчас попал мне, и я буду его пытаться восстановить. Что здесь было сделано? Здесь уже был сделан сброс. Базовый транспондер сразу вам покажу. Вот он, Astra у нас. Вот сигнал 12245, базовый транспондер. Сигнал, как видим, вообще безупречный, вопросов к этому нет. То есть все, проходим опять инициализацию, и снова же та же беда, черный экран, никаких надписей. Здесь уже на этом ресивере и на тех, которые мне звонили, я уже пробовал сделать сброс с сохранением настроек, пробовал сделать сброс полностью заводские. В общем, это все не помогает. Вывод какой? Вывод такой, что ПО все-таки как-то недоточено, недопилено, скажем так. И помогает, единственное, что может помочь, кстати говоря, и помогает пока на данный момент, это сброс, вот если у вас стоит Extra TV, Extra Box, на вот именно 7620. Причем эта ситуация 7620, 7602 такого нету, 7601 я тоже пока не замечал. Помогает что? Мы сбрасываем настройки, сейчас я покажу как, пусть это уже инициализация пройдет. Сбрасываем полностью настройки в заводские. Тюнер обновляет программное обеспечение в первоначальное состояние, где он будет предлагать выбрать оператора. Если у вас стоял Extra TV, давайте вот сейчас мы как раз это все сделаем. Заходим в сброс. Сброс находится в режиме обновления ПО. Можно посмотреть ПО. Кстати говоря, ПО не найдено. Сброс к заводским. Сбрасываем полностью к заводским. Сейчас у нас стоит он в виде Extra Box. То есть прошивка от Extra Box у него. После сброса нужно прошиться в Viasat. И он будет на 99%, как бы я пробовал, будет работать с Viasat. Некоторое время, может быть постоянно, без, если вы будете обновляться правильно программное обеспечение со спутника, не будете откладывать его и во время обновления не будете вынимать из розетки. И та же история с Viasat. Если у вас на Viasat такая тема, переходите в заводские настройки, обновляйте заново ресивер в завод и переходите на экстру. Активируйте, смотрите экстру и опять снова переходите, возвращайтесь на Viasat. Вот это помогало. Сейчас я попробую. То есть на этом же тюнере стоит экстра. Мы сейчас будем обновляться в Viasat и регистрировать его как Viasat. Вот такие вот манипуляции помогали до некоторого времени. То есть можно понять, исходя из этого, что проблема не совсем в ресивере, а как-то где-то вот именно в прошивке, в ПО этого ресивера. Потому что, ну как бы, если он переходит на экстру и при этом работает, то значит он как бы рабочий. Базовый транспондер 100 на 100,
И, соответственно, проблема где-то в прошивке кроется, а не именно в части, по части самого ресивера. В общем-то, вот такое наблюдение, вот такая вот тема. Если помог, ставим лайки. Если видео полезное, подписываемся на канал, не забываем. Смотрим другие видео по настройке этого же ресивера, полной настройке выбора оператора и так далее. Также видео по настройке антенн, спутников, поиску каналов и так далее. Всем спасибо, пока!